Всем привет! Сегодня мы установим модуль на Drupal 8. То есть, что такое вообще модуль и зачем он нужен? Модули, они нужны для того, чтобы расширить функциональность сайта или сделать его более удобным. Сегодня мы потренируемся устанавливать модуль. Мы установим модуль, который улучшит наше админское меню. То есть, оно его расширит или дополнит. Где лучше всего брать модули? Модули лучше брать на официальном сайте. То есть вводим в адресную строку drupal.org. Вот оно у меня есть. Переходим в загрузки. Загрузки модулей. То есть вот переходим. Выбираем ядро. То есть 8, в данном случае у нас Drupal 8. И в принципе можем нажимать поиск. Наш модуль входит в топ. Модули, то есть вот он, админ toolbar. Этот модуль мы будем устанавливать. Заходим в него. Прокручиваемся вниз, то есть можете прочитать про функциональность модулей, что они из себя представляют. То есть если вы будете сами искать, какой бы модуль установить, то вам это понадобится. А так, прокручивайтесь в самый низ, смотрите версии. В данном случае лучше брать не dev, а законченную версию проверенную. Копируете адрес ссылки на архив, то есть нажимаете правой кнопкой, нажимаете копировать адрес ссылки, далее возвращаетесь на свой сайт, заходите в меню расширить, то есть пункт меню расширить, нажимаете установить новый модуль, вот в эту строчку вставляете тот адрес, который скопировали. Нажимаете правой кнопкой, нажимаете «Вставить». После этого нажимаете «Установить». Вот у нас уже процесс установки прошел. Нажимаем «Включить недавно добавленные модули». И находите свой модуль. Ну, то есть можно через поиск. Admin toolbar, нажимаю галочку, то есть ставлю, нажимаю установить. Сайт некоторое время подумал и выдалось вот такое вот сообщение, что модуль установлен. Мы можем теперь с ним работать, то есть вот при наведении на меню админское мы сразу видим подпункты, то есть в него нам не нужно заходить, то есть так будет намного удобнее. Таким же образом устанавливаются любые другие модули. Единственное, у них могут быть какие-то настройки, но по этим настройкам нужно смотреть описание по каждому модулю или разбираться самому. Это все, что я хотел рассказать в этом видео. Кому оно понравилось или было полезным, ставьте лайк и подписывайтесь. Если есть какие-то вопросы, задавайте в комментариях.